Ань, давно собирался тебе сказать. Ну, наконец-то. Ань. Давай расстанемся. Ребята, не тухлим. Он меня Женя просит. Сказал, что я толстая. Повернись. Блин, что, стрёмно, да? У тебя просто кость широкая стала. Эй, я не доела. Эти булки потом в твои булки уходят, а картошка в прыщи. Приятного аппетита. Братан, я тебя не брошу. Мы тебя похудеем, форму приведем. Приветули. Ты что, следил за мной? Нет, просто проводил. Незаметно. Мне спонсор нужен. Еще и бабки тебе давать? Просто называется, так будем по утрам бегать. Если мой парень увидит, что ты мне звонишь, у тебя нос поломает, будешь новости покупать. Запиши, как Света, ногти. А у тебя какая цель? Так свадьба же у меня. Так заниматься надо для этого. Давай, давай, пойдем. Ну тебе просто надо развеяться сейчас. Я тоже хотела к лету похудеть, бока отрастила. Ань, а ты чё? Да потому что все такие, как вы, меня бесите! Худеют они, блин! Дочь, привет! А это кто? Муж? Не-не-не-не. Телохранитель или тренер? Ну, тело храню и тренирую. А-а. Я цветы набрал, полевые, но пахнут нормально. Блин, Коль, ну правда, ты не Брэд Питт. Но ты меня и научил, как надо себя любить. Кто тут королева? Я. Вау. Я худею. Не двигаться. Приятного аппетита. 3 утра, я завтракаю. А, поняла. В кино с 8 марта.